Всем приятного просмотра, всех приветствую, и давайте продолжить развивать дальше наше с вами поселение. Так, в прошлой серии мы на этом месте с вами остановились. Единственное, что я сделал, это я добавил, получается, здесь поле, тут поле и пару ферм добавил, потому что еды у нас катастрофически не хватает. Да плюс еще, когда я захожу в древо улучшений, я не могу улучшить из-за того, что перейти в следующую эпоху, чтобы улучшить уровень. Я так понимаю, что нам нужно будет древо технологии, да, изучить вот эти вот керамику, мебель, пивоварение, и мы тогда перейдем в свое средневековье. Давайте, не знаю, давай перейдем в керамику, посмотрим, есть, мебель есть, пивоварение есть. Завершено, завершено, хорошо. Так, выполните предвестовую улучшив до 10 до 2 уровня. А что улучшив 10? Так, что это, гончарная? Да, купить, глиняный карьер купить, мебельный цех купить, пивоварню купить. Может, здесь нужно дома 10 штучек улучшить? И тогда мы сможем с вами перейти на... на второй уровень, ну то есть на средневековье, не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас попробуем поулучшать. Давайте, наверное, закупим камня. Если у нас тут камень есть. Давай, наверное, закупим себе, не знаю, вот так вот на соточку. И давай смотреть, что у нас тут, глиняный карьер. Должен быть построен возле реки. Ага. У нас тут же есть место. Так, на эрочку перевернуть. Или где? А, вот, да? Где у нас тут глина будет добываться? Отлично. Если я сейчас поставлю вот таким вот образом, по идее, должно сработать, да? Правильно я понимаю? Так, давай смотреть. Давай поставим приоритет. Поставим немножечко скорость побольше. Так, таверна, офис. Давай попробуем. Бесплатно. Мне нужно еще один глиняный карьер. Угу, вот, глиняный карьер, подтвердить. Как раз две штуки с вами сделаем. Есть, отлично, смотрим дальше. Гончар, то есть, это я понимаю, они нас будут делать... Что вас будете делать? Наверное, это, да? Для улучшения кирпичи вы будете делать. Хорошо. Куда мы установим? Может, как раз сюда и установим? Либо вот сюда. Просто хочется, чтобы все было красиво и не разбегалось по карте сильно в разные стороны. Хорошо. Смотри, у нас здесь еще есть место. И вот есть место. Могу дорогу продлить? Да. Давай, наверное, гончар сюда, мебельный цех сюда и пивоварня отсюда поставим. Шикарно. Будет мало. Улучшим. Ну, то есть добавим еще. Так, улучшение плюс 2 слота для рабочих. Нет, мне это пока мест не надо. Что нам нужно? Нам нужно еще построить с вами... Пару домиков. Наверное, вот сюда мы с вами и пойдем. Просто по заданию, видите, у меня 145, 146, вот и 150 домов. Так, что у нас по поводу... Ага, как раз еще один домик захватит. Шикарно. Все, построили дом. Не знаю, может здесь построить склад, как думаете, хранилище. Вот таким вот образом. Пусть у нас побольше его будет. Я думаю, много хранилищ не бывает, правильно? Так, хранилище. Давай таким образом. И здесь еще, по идее, должно влезть, да? Да, есть. И еще одно. Ну, пусть так будет. Так, что здесь? Нужен камушек.
Хорошо, но камушек у нас вроде есть с вами. Давай зайдем к торговцу, посмотрим, может что-то продадим, что у нас лишнее, и закупим, может, еще камушка. Так, шерсти много, да? Давай продадим шерсть. 300 штучек. И закупим, наверное, еще камушка. Сейчас посмотрим. Так, торговать. Ага. 300 секунд. А здесь я могу камень купить? Глина, глина, камень. Да, могу, но только 180. Хорошо. Давай закупим 180. Для улучшения наших домов. Так, давай смотреть. Есть, отлично. Сейчас как раз заодно и посмотрим. Может, из-за этого я не могу перейти в следующую эпоху. Так, что у нас здесь? Нет, это керамика. Это мебель. А это пиво у нас здесь варится. Так, улучшить, улучшить. Так, хорошо, давай улучшать для рабочих. Улучшение. Улучшение, слот для рабочих. Давай слот для рабочих. Все, 3 человека. Шикарно. Минимализм. Мебельный цех. Не, наверное, нет. А я таки извиняюсь, а где тогда гончарное дело? То есть не гончарное дело, а именно керамика, чтобы я мог... Камин. Так, вот, отлично. 3 человека, подтвердить. Добавить сюда. А как мне перейти? Меньше ресурсов. Продуктивности. Давай продуктивности. Добавим тебя вот сюда. Почему я не могу перейти в средневековье? Может, мне просто закупить нужно? Кирпичи 30 штучек. Хорошо. Сейчас 60 секунд пройдет. Может, закупим. А, отлично. Первый дом второго уровня. А где он? Как посмотреть? Дом первого уровня. Дом первого уровня. Как мне посмотреть дом второго уровня? Дом. Хранилище. Это не то. Хорошо. Давай посмотрим. Торговля. Кирпичи. Кирпич, кирпич, кирпич. Так. Дыня, сено, мед. Вот. Кирпич. А, давай закупим. Давай закупим. Сколько у меня? 1060. 1080. Погоди, сколько мне вообще нужно для дома? 30, да? Ну, тогда мне нужно побольше. Давай тогда мы с вами продадим шерсть. 300 штучек, а потом закупим себе кирпичи. Просто не могу понять, почему мы с вами не можем изготавливать кирпич. Ну да, вы сами видите, что кирпича... К сожалению, не могу. Так, что не хватает? Недостаточно ресурсов. А что тебе нужно? Пшеница. Ага, то есть тебе пшеница еще нужна, да? Отлично, первый дом. Уровня 3. А, вот, смотри, у нас дом улучшился. Он сам по себе, да, улучшился, я так понимаю? Так, вы собрали максимальное количество, больше не показывать, хорошо. Так, закрыть, да. Во, шикарно. Смотри, дом сам улучшился. Хорошо. Если я сейчас, наверное, сюда добавлю себе... Так, нужен один тип роскоши для повышения уровня. Но у нас есть, да, один тип роскоши. Это получается... Таверна. А я не знаю, сюда достает, либо не достает таверна. Но по идее должна, правильно? Сейчас как раз заодно и посмотрим.
И не нужно ли будет нам строить еще таверну, либо сносить здесь дома. Так, хорошо. Что тут по времени? 200 секунд, ладно. Нужно будет реально заняться древотехнологией. Ага, нужно 10 домов будет улучшить. Сколько у нас? Раз, два, три. Только три домика, да? Хорошо, здесь нужен камень. Нет, здесь камень не нужен, не нужен. Не нужен, да? Вот здесь нужен. Давайте улучшать по максимуму. Надеюсь, нас там камня хватит. Ага, не хватит. Нужно будет камень сейчас закупить. Давай, наверное, сейчас закупим сначала с вами камень. Торговля. А потом уже будем закупать кирпич. Так, сколько у меня? Давай на двушку закупим. Соточку, да? Готово, готово, готово. Есть. Ага, нету, да? Ладно, я думаю, пока месяц. Ага, вот еще. Второго уровня пошло. Блин. Хорошо, давай ускоримся. Да, так быстрее пойдет дело. Хочется полностью все улучшить. Ну, то есть добавить сюда везде камушек. Просто не знаю, возможно, я буду переносить это все. А можно и, возможно, я не буду. Просто знаете, что хотел сделать? Дай домик. Я хотел именно в этом районе строиться. А тут, может, под поля, либо еще под что-то оставить место. Ну, посмотрим сейчас. Так, а вы можете... Роскошь. А, мебель. Это когда у нас есть мебель, да? Керамика. Понял. Чем больше у нас керамики и мебели, тем быстрее ты улучшаешься. Хорошо. Значит, что нам нужно? Правильно. Нам нужна еще гончарка, мебельный цех, да? И пивоварение тебе нужно? Ты пиво пьешь? Да, пиво пьешь. Давайте, наверное, закупим еще. По одной штуке. Что нам нужно? Так. Пиво. Хотя нет, у нас же нету с вами много пшеницы. Нужно будет с вами сажать ее, да? Может, как раз вот тут поле и сделать, как думаете, ферму? Вот таким вот образом. Чисто под пивом. Как думаете? Чтобы было больше, да? Либо нам хватит пока месь и не заморачиваться. Ну ладно, пусть будет. Я предлагаю, что пусть будет. Лучше больше, чем меньше, наверное. Так. Угу. Давай сюда поле. А мне, пожалуйста, дай мне еще, наверное, пиво подтвердить. Дальше пропустить. Так, пропустить. Мне нужно будет с вами закупить карьер, наверное, еще один глиняный, да, чтобы больше было. Есть. Дальше гончарку. Есть. И... мебельный, 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 мебельный. Вот есть, хорошо. Давай строить глиняный карьер. Вот сюда. Не могу, почему? Потому что что-то мешает, да? Возле озера. Хорошо, давай делаем тогда тебя вот так. Дай мне дорожку сюда, пожалуйста. О, вот так вот. Должно быть все красивое. Пиво тогда у нас будет с вами здесь. Сюда и мебельный цех. А вот тут у нас будет с вами хранилище. Вот таким вот образом. Есть. Да, еще. Не могу. Да, здесь не могу. Да, пусть будет больше хранилищ. Блин, ничего не вижу. Сейчас они деревья у нас
срубят, и тогда будет понятно, где мы можем, где мы не можем. Вот так вот можем. Хорошо. Плюс дорога. Дай посмотреть. Ну, еще сюда что-то влезет, правильно? Какое-то одно здание. Так, можем улучшить минимализм. Улучшение есть, хорошо. Есть, пошло улучшение. Так, мне нужен камушек, да? Камушек, камушек, давай смотреть. Ага. Надо закупать, либо продавать. Надо будет, наверное, опять продать. Да, сейчас опять что-то продадим. Продадим с вами шерсть, чтобы были денежки для камушка. Есть, отлично. Торговля и закупить камень. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Не вижу. Почему не вижу? Так, свинина, кокос, хлеб, бетон даже есть. Прикольно. Самоцветы. Ага, вот камень. Сколько у нас? 4000. Давай на... Вот так вот и закупим. Всем хорошо. Потом шерсть опять продадим. Шерсть потом опять продадим. И отлично. Первый дом 4 уровня, да? Готово, готово. Улучшить в камень. А почему не могу? Я же вроде закупил. А куда мне камень делся? У меня же было много. Не понял. Так, ребят, вы же сами видели, я на 400 закупил себе камня. Куда оно делось? Я таки извиняюсь. Так, улучшение, улучшение. Закрыть это мне пока мест не надо. Что у нас по поводу еды? Вроде бы всего хватает, да? 8 из 8, хорошо. Ну, пусть им будет лучше уютнее, чем, да? Чем неуютнее. Бля, какие домики стали красивые. Так, древотехнологии. Ага, добро пожаловать в средневековье. Многие из ваших зданий теперь можно обновить в новой эре. Продолжить. Прикольно. Вот вам и кирпичный завод. К этому мы еще вернемся. Так. Выберите бонус эпохи. Плюс 10% продуктивность ферме в радиусе амбара. Ага, сейчас амбар будет. Подтвердить. Хорошо. Производство пива, водки, вина, текилы. Давай вот так вот. Отлично. Отлично. Отличная работа. К эпохе, друг мой. Хорошо. А где наш амбар тогда? Или у нас где-то здесь амбар будет? Так, дом, дом. Как посмотреть, где у нас есть тут амбар? Семена картофеля. Давай, наверное, мы изучим сейчас с вами семена картофеля. Есть, отлично. Принять иммигранты. Книга уменьшает затраты. Уменьшает затраты. Закрыть семена картофеля полученным. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы с вами посадим, значит, картоху. Ферма. 79, плодородность. Ну, ничего не поделаешь. Пусть будет вот так. Какая отличная пшеница, картофель. Пусть наши жители занимаются картофаном. Так, хорошо. Давай смотреть. Ля, какие домики. Смотри, ребят. Прикольненько. Мне реально нравится эта игрушка. Реально прикольно. Новые домики появились. Ага, только вот эти вот не хотят ничего, да? Улучшить камин. Давай, наверное, сейчас что-то продадим. А потом с вами добавим еще для улучшения наших домов. Так, шерсть. Будем продавать шерсть. Шерсти у нас много. Блин, надо было, наверное, два поставить вот таких вот торговых, да? И продавать быстрее. Ну ладно, что нужно? Улучшить ратушу до 3 уровня. Улучшаем? Я думаю, да.
Отлично. Так, магазин карт. Магазин карт. Что это такое? Я пока без понятия. Ну давай посмотрим на нашу ратушу. Блин, прикольненько. Прикольненько. Ну, желательно, наверное, ратушу перенести куда-нибудь в серединку. Ну ладно. Так, что мне нужно? Ага, у нас здесь камушек, да? Камушек 240, хорошо. Давай смотреть. Есть, отлично. Шикарно. Пока мы с вами ничего улучшать больше не будем. Сейчас посмотрим, только сейчас я выровняю. Магазин карт. Куда мы магазин карт с вами поставим? Хочется куда-то так, чтобы он никому не мешал. Возможно... Вот сюда. Хотя, давай до домика, не знаю. Так, купить карту. Во, смотри. То есть мы можем с вами покупать карты, да? Плантация кофе. Так, недостаточно, чтобы купить. Что мы можем еще купить? Угу, дома с пивом дают городской слот. Ага, отлично. Прикольно, то есть я могу сюда потом карту еще, да, вставить одну. Так, давай посмотрим, что здесь есть. Угу, не спешите, получите одну универсальную карту каждый раунд. Ага, уголь дает на 20% больше тепла. Мне интересно, а куда это будет вставляться? Нашу ратушу, либо нет? Так, хорошо. Что я хотел? Я хотел с вами купить все-таки кирпич и посмотреть, как это будет улучшение. А я так понимаю, здесь у нас... Ага, у нас здесь ничего нету просто, да? Роскоши у нас тут никакой нету. Нужно будет заняться роскошью. Так, что здесь у нас? Картоха. Все, отлично. Пиво пошло, это пошло. Улучшить. Да, давай. Хорошо, давай поулучшаем все, что с камнем и деревом связано. Денежки пока тратить не будем. Я хочу посмотреть, сколько нам нужно будет с вами кирпича. Улучшить камин 30, улучшить камин 30. Угу. Прикольненько, 30 штучек. Давай посмотрим. Торговля, кирпич. 30 штук. Я знаю, что мы сможем потом с вами построить завод по изготовлению кирпича. Ну, хотелось бы посмотреть. 30, да, по-моему, есть. Давай здесь. Недостаточно кирпича для улучшения. Почему? Я же купил 30 штучек. Или что не так? Или он сразу куда-то потратился? Непонятно пока, мисс. Ладно, грунтовая дорога. Проводим вот сюда. Здесь же мы что-то сможем еще построить, да, с вами? Хорошо, карта. Так. Ранчо. Пивоварение. Карьер. Глина 500. Шерсть, кожа. Еда, пшеница. Вроде бы еще пока мисс его хватает, да? Стулья. Пиво. Угу. Может еще что-нибудь поставить? Чего не хватает? Так, стулья есть. Производит 130, 69, 214. Ага, 109, 190. Может еще глиняную вот эту вот штуку? Где ты? Гончарку. Да, давай, наверное, гончарку еще сюда поставим одну, да? Пусть занимаются вот таким вот образом. Все, идем в древотехнологии, смотрим. Так, аграрная революция. Ферма получает на 10% эффективность за каждую ближайшую. Завершено. Есть. Амбар купить. Ага, амбар. Нужно будет, знаете, что делать, наверное. Где наши фермы? Вот все наши фермы.
Наверное, нужно будет делать вот таким вот образом, да? Есть амбар. Нужен еще один амбар. Я могу их купить? Нет, тут не могу. Пропустить. Мне нужен амбар. Так, 4 миранта присоединятся после исследования использования. Не, мне это не надо. Мне нужен амбар. Могу ли я его получить? Либо не могу, либо мне дается чисто один амбар и все. Но смогу я тебя скопировать? А, да, смогу скопировать, все, хорошо. Тогда давай, наверное, амбар один сюда ставим. Правильно? Либо давай, знаешь, как поступим? Мы с тобой сейчас снести. Да. Не туда. Что я хотел? Я хотел скопировать. Взять амбар. Перенести его вот таким вот образом. Он же достает до полей. Правильно же я понимаю? Достает. Плюс взять тут еще ферму. И сделать вот таким вот образом. Все. А здесь у нас будет что? Правильно. Лекарственные травы. Как и было раньше. Все. Хорошо. Два человека. Где наш амбар? Управление хранилищем. Ну, пусть, наверное, здесь все будет. Не знаю, где у нас еще. Вот еще есть поле. Но я думаю, там не сильно смертельно будет, да? Если мы амбар туда не поставим. Так, что по поводу... Ага, давай попробуем улучшить. Есть. И что это нам дало? Ровным счетом ничего. Так, а можно скорость немножечко поменьше сделать? Блин, для какой домик красивый? Как вам, ребят? Реально прикольно. Купить карты. Что мне по поводу денежек? 3000. 1600. Городской слот. Городской слот. Дома с пивом дают плюс 5. Недостаточно, чтобы купить. Хорошо. То есть дают плюс 5 монеток, правильно я понимаю? Мы будем зарабатывать с вами. Дома с керамикой дают плюс 4 вот это вот штуки, да? Но у нас так его 10 тысяч, я думаю. Так, позволяет выращивать тюльпаны. Нам пока мисс это не надо. Позволяет выращивать виноград. Может быть, пригодится. Так, плантация кофе. Позволяет выращивать кофе в радиусе. Вот это тоже нам пригодится. Нужно будет не забыть. Так, давайте зайдем с вами в древо технологии. Смотрим дальше. Склад хранения. Ага, стоимость здесь 60. Строительство, склад хранения. Я так понимаю... Если мы сейчас с вами построим склад хранения, оно будет вместо вот этого, да, то, что на полу лежит. Давай пробовать. Есть, хорошо. Купить склад хранения. И каким ты у нас размером? Угу. Давай, значит, вот здесь мы с тебя... Нет, не туда нажал. Снести. Да, и давай попробуем поставить склад хранения. И посмотрим, что ты себе представляешь. Только давай скорость увеличим. Я так понимаю, это все то же самое, то, что мы на полу сейчас с вами храним, правильно? Только это сейчас будет у нас храниться на складе. Возможно, мы сюда и перенесем все. Все, что на полу у нас с вами есть. Кстати, как вам игрушка, ребят? Вы же понимаете, что дальше у нас это значит ее средневековье, потом эпоха, это как его просвещение, и индустриальная эпоха будет. Это будет интересным. Главное следить, чтобы еды и всего хватало. Так, я так понял, здесь улучшать камины, в принципе, можно и не улучшать. Ремигранта хотят подтвердить. Так, меньше затрат ресурса увеличит
Содержание на 70% уменьшает. Хорошо, ну давай, наверное, содержание пойдем вот сюда. Есть, так, картоха пошла, пошла. Так, что по поводу склада? Есть, завершено. Так, улучшение. Курьер, ага, установить цель доставки. А, нет, это не то, да? Так, выберите тип ресурса, который будет здесь храниться. Ага, то есть отдельно это все, да, будет храниться? Можно... Бля, сколько всего? Стекло, мед, свинина. Может, картофель, как думаете? Можно сюда картоху носить, чтобы не пропадала. Рыба, рыба, рыба. Блин, мы же еще можем рыбу с вами ловить. Нефть, бумага. Рис, тюльпаны, шерсть. А где картоха? Я таки извиняюсь. Вот картофель, давай посмотрим. Все, ты будешь картоху сюда приносить, либо не будешь. Так, 4800 вместимость. Блин, я же могу таких складов наделать кучу, правильно? И таким образом хранить все в складе. Точнее, на складе. Так. Почему вы не улучшаетесь? Наверное, до вас не достает, да? Таверна не достает до вас. Хотя, вроде должна. Ну, ладно, давай не будем спешить. Что я хотел? Я хотел кое-что. Что это такое? Улучшить таб средневековье 18. Кирпич 18. Давай, наверное, купим 20 кирпича и продадим. Шерсть, да? Делаем вот так и купить кирпич. Где ты? Кирпич. О. Есть, отлично. Где наш кирпич? Я таки извиняюсь, мы же вроде купили 20 штучек. Я не могу понять, почему оно так долго происходит, когда мы покупаем что-то. Где наш кирпич, кто мне скажет? Так, все, пошло понемножечку, да, помаленечку. Но нужно будет за этим следить. Нужно будет, конечно, за этим всем следить. Для того, чтобы у нас дома улучшались. Ага, роскошь второго уровня вам нужна, да? Нужно будет это кью обеспечить. Конопля нужна? Ну да, ну да. Губа не дура, скажи, да? Так. Ладно, мы вам ее потом тоже обеспечим. Почему у нас нету здесь с вами кирпича? Что не так? Вроде бы должно быть. Увеличит объем сделки на 60. Стоимость содержания плюс 25. А где наш кирпич? Вы же сами видели, что я заказал бы. Ладно. Торговля. Здесь есть кирпич? Давай купим. Давай купим, не знаю, 70. Так, квест завершен. Произвести 500 керамики. Отлично. Недостаточно кирпича. Может, пока месть, оно вот это вот в дороге, 200 секунд, из-за этого? Ладно, давай подождем 60 секунд, посмотрим, может, реально из-за этого. Так, что у нас тут с амбаром? Дело пошло. Ячейки 0.30. Разрешить все, вроде, да. Давай, 10 секунд. Сейчас посмотрим. Мочарный мастер, что это такое? Получите 20% эффективности. Так, карта должна быть слона в ратушу. А можно ли мне не подзависать игра? Потому что автосохранения у меня как бы нету. Я вручную это все сохраняю.
Ну, отпусти, пожалуйста. Угу. У меня игра вылетела. Прикольненько, прикольненько. Так, что могу сказать, ребят? Всем спасибо за просмотр, да? Наверное, не знаю. Сейчас тогда придется... Придется все заново это все начинать, и в следующей серии мы уже с вами и увидимся. Так что все, сори за вот такой вот финал. Всем мур-мур, пока-пока, и да, потом в следующей серии уже продолжим.